опять отвезешь меня в школу? Ага, и заберу. Папа! Вероятно, это террористический акт. Что это? Учение? Не похоже. 19 человек напали на нашу страну, а вы 12 ее защитите. Я люблю свою семью, но бросаю ее ради войны. У меня есть 2 часа, я быстро. Ни за что. Потерпи, это гарантия того, что ты вернешься ко мне. Война продлится неделю. Неважно, сколько тебя не будет, только бы ты вернулся. Пошли! 1, 2, 3, 4! Нам придется шагать по минным полям. И у нас неплохие шансы там остаться. Если не возьмем город, то башни-близнецы только начало. Мы объединяемся с генералом из Северного Альянса, о котором ничего не знаем. Генерал, куда мы идем? Через те горы. Возьмем лошадей. Верхом раньше кто-нибудь ездил? В летнем лагере в 9 лет. На каникулах, но был поддатый. Как его зовут? Кличка! Класс, будет весело! Мы в меньшинстве, против нас 50 тысяч бойцов Аль-Каиды. Мы тут одни. Я никому не могу приказывать. Хотите сдаться? Оружие держать наготове. Стойте там! О боже! Здесь нет никаких учебников, нам придется писать их самим. Но я не хочу терять никого из команды. Мы идем кавалерии против танков. Самое сильное оружие — вот это. Если погибнешь, жена пожалеет, что ты не написал это письмо. Я обещал ей, что вернусь.